Мэрилок 990 КЛ. Машину принесли на ремонт. Сломалась иголка, и по какой-то причине вышел из строя иглодержатель. Купили новый иглодержатель, поставили, и плоскошовка работает, а оверлок не работает. Будем пробовать шить. Сначала на малых оборотах, почти что вот так вот вручную. Так, длину стежка здесь можно увеличить. Так. Так, ну и смотрим. Так, у нас вот этот петлитель, он не заводит нитку за левую иголку. Левая иголка не берет нитку. Вот, смотрите. Левая иголка не захватывает нитку вот эту с правого петлителя. Она идет перед ниткой. И у нас получается, что нитка заходит только за правую. Только за правую иголку. Так быть не должно. Так, значит, смотрите, нитки здесь нужно подтянуть. Черную нужно подтянуть и белую нужно подтянуть. Значит, ставлю на четверку черную, а белую нужно посильнее затянуть. Ну, попробую на пятерку поставить. Так, зеленая нитка у нас на тройку поставлю. И красную нитку тоже поставлю на тройку. Ну, где-то вот так вот. Ну вот, позатягивал. Теперь у меня совсем левая иголка не берет нитку. Так. Ну, если вот так вот, видите, то цепочка вывязывается. Цепочка вывязывается, а здесь у нас пропускает. Значит, нужно попробовать на другом материале. Так, попробую на материале. Так, ну вот, видите. Так, нужно черную немножко затянуть сильнее. Красную немножко отпустить. И зеленую чуть подтянуть. Так, ну что? Ну вот здесь вот строчка получается идеальная. Так, ну что, нужна еще регулировка. Будем регулировать. Так, мне нужно сделать
чтобы правый петлитель подходил раньше к левому петлителю и заходил дальше за левую иголку. Так, ну что, я беру, откручиваю вот этот винт. Так, аккуратненько. И теперь мне нужно вот этот вот петлитель поднять чуть-чуть вперед. Вот я беру снизу чуть-чуть и поднимаю. Вот видите, он у меня, вот видите, можно его поднять вверх и можно опустить вниз. И вот я подвожу. Так, вот смотрите, у меня пошел петлитель. Видите, вот он зашел аж далековато. Значит, нужно немного его опустить. Вот так вот. Где-то. Попробуем так. Так, ну вот так вот он будет заходить. Все, теперь он уверенно берет петлю. И я сейчас затяну. Так, ну и что мне нужно еще проверить? Смотрите, видите? И вот эта вот часть, носик у меня, ну не слишком уверенно берет нитку. И можно вот этот петлитель подвинуть еще чуть-чуть на себя, чтобы он увереннее брал. Вот, смотрите, видите? Вот он по краюшку нитки, можно его чуть-чуть подвинуть сюда. Ну вот так вот нужно сделать. Тогда он как-то будет увереннее брать. И вот здесь, вот видите, он взял нитку. И вот он заводит. Так, и как раз нормально нитка зеленая зашла за левую иголку. Значит, нам нужно подвинуть ближе вот этот вот петлитель. Так, это мы можем сделать на вот этом винту. Откручиваем и пододвигаем чуть-чуть его ближе. Смотрите, что происходит. Видите? Вот теперь у нас берет уверенно, и нитка заходит за иголку. Там нитка перехватывается. Ну и вот, смотрите. Правый петлитель выходит, и вот он, иголка, вот нитка зеленая, и иголка попадает за нитку. Вот нитка остается вот с этой стороны на иголке. Значит, все нормально. Так, вот видите, если выставить так, а по петлеобразованию совсем другое. Значит, нужно смотреть в основном по петлеобразованию. Как происходит петлеобразование, как петлитель берет нитку с иголки, как заводит. В общем-то, это все нужно просматривать и именно на материале. Ну и вот смотрите, мне часто говорят, почему вы не говорите, какие цифры вы выставляете. Дело в том, что машина старая, и у вас уже, может быть, совсем по-другому выставлены регуляторы. Вот я настроил строчку. Строчка идеальная. И сверху, и снизу. Узелки затянуты. Воздушности нигде нету, переплетение вот идет на торце красной и зеленой ниточки. Видите, здесь перехват идет нитки зеленой левой иголкой. Отлично, нигде нет пропусков. Вот так вот. И смотрите теперь, какие у меня параметры. У меня стоит 3,5 левая иголка. Пятерка стоит правая иголка. Петлитель правый. 2,8 где-то стоит, и красная 1,8 стоит. Значит, натяжение нити зависит от сшиваемого материала и от ниток.
тоньше нитки, толще нитки, какая структура ниток. Это все складывается в одно общее целое. Так что не всегда получается выставить по вашим параметрам, которые написаны в книге. Ну вот смотрите, я прострочил на простом материале, видите, строчка идеальная. И сверху, и снизу. Видите, все отлично, нигде не пропусков, ничего. Значит, все проходит идеально. Ну и вот смотрите, я прострочил на вот таком стрейче. Значит, смотрите, у нас здесь идет пропуск левой иголки. Вот. Один раз, второй раз, третий раз. Вот, опять пропуск, видите, опять пропуск. Значит, левая иголка у нас пропускает. Ну и нам нужно посмотреть петли образования. Это можно проверить вот так вот, если мы возьмем. Вот видите, растягиваем. И смотрите, вот пропуск, видите, вот пропуск, вот пропуск. Ну, такого, конечно, быть не должно. Вот дальше тоже пропуски. Значит, нам нужно посмотреть, как петлитель левый берет петлю с левой иголки.